Телерадиоканал «Страна FM» представляет программу «Зарубежка». Музыкальное путешествие в прошлое. Самые горячие иностранные хиты и новинки. Ведущий Влад Кутузов. Слушай, смотри. Категория 12+. Всем большой привет, друзья! Говорит и показывает телерадиоканал «Страна FM». В эфире программа «Зарубежка». И сегодня мы отправимся в год 1988. Там масса прекраснейших песен, которые уже давно стали классикой жанра. Кое-что из этой классики мы с вами услышим в ближайшем часе. Итак, на старт, внимание, поехали! Зарубежка. Ну и начнем наш музыкальный вояж традиционно с горячей новинки. Впрочем, она уже активно звучит везде. Давайте и мы не станем исключением, прокрутим ее тоже. Итак, создатели данного опуса — пара вполне себе известных и очень популярных персон. Во-первых, Мартин Гаррикс, на секундочку, лучший диджей мира по версии DJ Mag прошлого года. Во-вторых, прекрасные создания, чье имя с албанского языка переводится как «Я люблю», «Я хочу» или «Я нуждаюсь». Такая вот она многосторонняя. Конечно же, это Дуа Липа. Ну и давайте уже послушаем, что же получилось в итоге. В итоге их сотрудничество. Песня называется «Scar to be Lonely». Огонь недели. It was great at the very start. Hands on each other. Couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors. Magnify. На стороне FM, друзья, программа «Зарубежка», ну и мы плавно переносимся в год 1988. И, наверное, я все-таки возьму ответственность и скажу, что это одна из самых красивых и трогательных поп-баллад не только 80-х, а вообще, друзья. Ее автор очень уникальный человек. Мега-музыкант, барабанщик, вокалист, неповторимым тембром голоса и, конечно, автор совершенно потрясающих песен. Кстати, в прошлом году состоялся его камбэк после некоторого отсутствия, связанного со здоровьем. Здоровья хочется пожелать Филу Коллинзу и спасибо за эту удивительную песню. A groovy kind of love. 80-е. I can feel your heartbeat. I can hear you breathing in my ear.
Друзья, напомню, что вы слушаете и смотрите программу «Зарубежка» на телерадиоканале «Страна ФМ». И сегодня мы с вами погружаемся в год 1988 и слушаем самые популярные песни того времени. Члены группы Johnny Head Jazz всегда говорили, что ни у кого из них не было никакой ненависти к джазу. А история очень простая на самом деле. Коллектив назвали в честь того, что родственник вокалиста группы Клэрка Детлера, британский фермер, женатый на его сестре, ненавидел джаз. В итоге участникам понравилось такое странное название, и они решили оставить его себе. Ну а настоящий успех к ним пришел с выходом сингла «Shattered Dreams», который стал реальным прорывом. На трек был снят клип, его, кстати, разделили на две версии — британскую и американскую. Предлагаю вам посмотреть именно британскую, потому что она цветная, друзья. Итак, Johnny Hates Jazz, «Shattered Dreams». 80-е.
Зарубежка. В это трудно поверить, но свою карьеру Белинда Карлайл начинала в качестве барабанщицы коллектива, играющего, внимание, панк-рок. Впрочем, длилось это не вечно, и уже к 87-му году пред очами публики предстала совершенно другая Белинда. В восхитительном новом имидже, лирическом и обаятельном. Ее второй альбом «Heaven on Earth» стал самым громким событием 88-го года, быстро получив статус мультиплатинового. Сингл «Heaven is a Place on Earth» мгновенно взлетел на первую строчку поп-чарта США, затем облетел полмира на правах хита номер один. Ну давайте мы с вами прямо сейчас вспомним эту замечательную песню. Итак, Белинда Карлайл. «Heaven is a Place on Earth». 80-е. Напомню, друзья, что сегодня мы с вами исследуем лучшие песни 1988 года. Кстати, годом ранее, в конце 87-го, группа Whitesnake выпускает самый успешный за свою карьеру с коммерческой точки зрения альбом, который завоевал мировое признание. И с этого момента группа полностью уклоняется в hard and heavy. Но любимец женщин Дэвид Ковердейл не был бы самим собой, если бы не спел «Медлячок, чтобы ты заплакала», как поется в другой песне. Одной из таких песен и одновременно одной из самых успешных песен 88-го стала баллада, которая называется «Is This Love». 80-е. Is this love?
Друзья, вы смотрите и слушаете программу «Зарубежка» на телерадиоканале «Страна FM». Ну и давайте продолжим в духе конца 80-х. И, друзья, очень интересный факт. Первая же самостоятельная работа этого музыканта принесла ему бешеный успех. Песня провела 5 недель на вершине британских чартов и стала самым кассовым синглом 88-го года. Композиция возглавила чарты в 24 странах, включая Штаты, Австралию и Германию. А ее клип на Ютубе на сегодняшний день собрал почти 280 миллионов просмотров, что очень неплохо для артиста из тех далеких 80-х. Но давайте уже слушать и смотреть. Это Рик Эсли и песня «Never Gonna Give You Up». 80-е. Let you down. Never gonna run around and desert.
Зарубежка. Зарубежка. Всем еще раз большой привет, говорит и показывает телерадиоканал «Страна ФМ». В эфире программа «Зарубежка». Меня зовут Влад Кутузов, и мы с вами продолжаем слушать и смотреть самые яркие хиты 1988 года. В 80-е, как, собственно, и позже, в 90-е, никакой хит-парад был просто невозможен без Уитни Хьюстон. «So Emotional» — это шестой ее хит, возглавивший американский чарт Billboard Hot 100. Кстати, интересный факт. Больше, чем Хьюстон, подряд хитов, 6 на этот момент, было только у групп Beatles и Bee Gees. Ну, такая неплохая компания, как вы понимаете, друзья. Итак, Уитни Хьюстон и «So Emotional». 80-е. Ну а теперь, друзья, в программе «Зарубежка» на телерадиоканале «Страна ФМ» еще один очень свеженький трек, который продолжает покорять все, что только возможно. В первую очередь, это, конечно, сердца поклонников. Энн Мари, британская певица, автор песен, трекратная чемпионка мира по карате сётокан, победительница британской музыкальной премии MTV Brand New 2016. На протяжении 3 лет была лайф-вокалисткой британской электронной группы Rudimental, после чего занялась сольной карьерой и занялась более чем успешно. Многие ее песни вы наверняка слышали. Но сейчас давайте послушаем ее новую работу. Чао, адьос. Огонь недели.
Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do all the things he used to do to me? I swear I know you do. You used to take me out in your fancy car. Does it take to get smarter? Don't need to deny the hurt and the lies and all of the things you did to me. I swear, I know you did. Друзья, мы возвращаемся в 1988 год. Напомню, что в сегодняшней программе самые яркие, популярные и самые успешные песни 29-летней давности. И снова в нашем поле зрения Австралия, группа In Excess. Альбом Kick, вышедший как раз в 88-м, стал самой лучшей коммерчески успешной пластинкой в дискографии группы. Такие синглы, как Need It Tonight, Devil Inside и New Sensation вошли в первую десятку американского чарта Billboard Hot 100. Ну а первый сингл альбома Need You Tonight занял в нем самую верхнюю строчку. Давайте, друзья, освежим в памяти великолепного Майкла Хэтчинса и коллектив In Excess. Песня I Need You Tonight. 80-е. We'll be right back.
There's something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. Если вдруг вы к нам только что подключились, напомню, друзья, вы смотрите и слушаете программу «Зарубежка» на стране FM. На очереди еще одна, без преувеличения, культовая песня конца 80-х. «Got my mind set on you». Песня, изначально написанная аж в 1962 году, но получившая большую известность в кавер-версии Джорджа Харрисона. В январе 88-го сингл поднялся до первой строчки чарта Billboard Hot 100, став третьим и, к сожалению, последним сольным синглом легендарного музыканта, покорившим американские чарты. Кстати, режиссер Гэри Уэйс сделал для песни два музыкальных видео, в первом из которых снялся молодой Алексис Денисов, во втором — только сам Харрисон. Второй клип получил номинацию на MTV Video Music Awards в категории «Лучший видеоклип года». Вот его-то прямо сейчас мы и посмотрим. Итак, Джордж Харрисон, «Got my mind set on you». 80-е.
make of money. Друзья, получается, что в конце 80-х, куда ни копни, обязательно наткнешься на золото. Don't worry, be happy. Песня американского музыканта Бобби Макферрина, выпущенная в сентябре 88-го, стала первой акапельной композицией, поднявшейся на самую высокую строчку в чарте Billboard Hot 100, которую она удерживала аж 2 недели. Был снят клип, в котором, кроме Макферрина, задействованы Робин Уильямс и Билл Ирвин. Мы с вами все это увидим совсем скоро. Запись песни сделана таким образом, что под вокал Макферрина подложена, ну, так называемая инструментальная часть, разные звуки, издаваемые им же. В результате создается эффект инструментального сопровождения, хотя на самом деле во время исполнения песни не звучит ни один музыкальный инструмент, все это голос. Ну и совершенно, друзья, дурацкий факт. В 2011 году песня Don't Worry, Be Happy заняла 7-е место в списке худших песен 80-х годов по результатам опроса, проведенного журналом Rolling Stone. Мне кажется, что это были какие-то неправильные читатели. Ну а мы тем временем послушаем и посмотрим Бобби Макферрин и Don't Worry, Be Happy. 80-е. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry,
be happy. Ooh. Don't worry, be happy. Ooh. Don't worry, ooh. Be happy. Ooh. Don't worry, be happy. Ooh. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Зарубежка. Зарубежка. Ну и последняя песня из 88-го, которую я бы хотел вместе с вами сегодня вспомнить. Это песня музыканта, который сделал, ну, очень многое, но мог бы, конечно, еще больше, но не вышло. Тогда, в 80-е, после распада коллектива Wham, певец заявил, что намерен начать сольную карьеру и писать более серьезную и более взрослую музыку. Поклонники с нетерпением ожидали выхода первого сольного альбома своего кумира. Этот альбом, озаглавленный Fade, поступил в музыкальные магазины в конце 87-го года. На волне истерии, вызванной выходом пластинки, было продано более 16 миллионов экземпляров, причем по итогам года журнал Billboard назвал ее самым продаваемым диском в США. Это, конечно же, Джордж Майкл, гениальный, восхитительный, неповторимый и тогда в 88-м совсем еще молодой. Итак, Джордж Майкл и песня Fade. Финале программы «Зарубежка» на стороне FM. Здесь у нас традиционно еще один огонь этой недели. Он же наигорячейший хит. И кто же это, друзья? Это Алессандро Линдбленд, который известен под своим сценическим именем Алессо. Шведский диджей, продюсер электронной танцевальной музыки с итальянскими корнями. Про то, кому принадлежит вокал в этом треке, ничего нигде не сказано. И зря поет девушка очень душевно. Итак, Алессо и песня «Falling» буквально через полминуты. Ну а у меня на этом все на сегодня. Ровно через неделю мы снова пробежимся по самым ярким и самым знаковым хитам из далекого или не очень прошлого. Ну и не забудем про нынешние актуальные музыкальные новинки и, конечно, горячие хиты. С вами была программа «Зарубежка» и я, Влад Кутузов. Смотрите и слушайте «Страну FM». Пока, бай, чао! Огонь недели! The way you move.
you feel? Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm right here, right now, is all we need. Relax your mind and set it free. Taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling.